она тяжелее, чем кажется. Слушай, брат, я сделал, как ты хотел. Давай мы с тобой поговорим. Арасака-сама, отцо-сама, но сацугай-хан мицукемашита. Коно онна де мачигаэримасу. Хай. 1 сейчас го ни ва цукукато. Помогите. Тихо. Ты слышишь меня? Мне нужна помощь! Только не теряй сознание еще раз. Не закрывай глаза. Черт. Нам обоим нужна медицинская помощь. Есть трипперы, которым ты доверяешь? Мы должны ехать к Риперу. Быстро. Вы хорошо держались. Не трать время. Виктор. Надо ехать к Виктору. Сами не доберемся. Надо, чтобы нас туда отвезли. Позвони кому-нибудь. А чего вы просто меня не бросите? Я же вам только мешаю. Лучше звони.
Ладно, ладно. Здравствуйте. В данный момент вы находитесь вне зоны оказания услуг. Забери меня отсюда. Мне надо в эзотерику Мисти. Рядом с Виком. Как пожелаете. Транспорт в пути. Ожидайте через 20 минут. Что ты делаешь? Эй! Личный порт поврежден. Пожалуйста, вставьте штекер чуть ниже уха, но не слишком глубоко. Между лимфоузлами под мышцей должны быть дополнительные нейропорты. Если я поврежу вену, она умрет. Как и в случае, если вы ей не поможете. Кажется, я нашел порты. Подключите ее. Так, переносим ее. Я не могу. Мне надо отдохнуть. Это твоя кровь? Мисти! Давление падает. Это нейрогенный шок. Она умирает. Придется пилить затылочную кость. Другого пути нет. Есть риск, что... Я знаю, что делаю! Как она там? Ну, восстанавливается дольше, чем ты, но жить будет. Меня слышишь? Как больно. Как себя чувствуешь? Блять. Не знаю, Вик. В ушах звенит, и всякая хрень мерещится. Так, а у тебя что, галлюцинации? Ну-ка, давай, пиши. Свет бьет прямо в глаза. Очень шумно. Я стою на сцене и почти задыхаюсь. Меня разрывает от ненависти. Я ору что-то злобное в микрофон.
и понимаю, что это не помогает. Ненависть не уходит. А потом... Только не смейся. Я подкладываю бомбу под Арасака Тауэр. Было бы над чем смеяться. Найт-Сити выглядел по-другому. Незнакомо. И я ненавидела его. Всех, кто в нем есть. Все было по-настоящему. Не как во сне. Ви, это были не сны. Это были воспоминания. На твоей щепке конструкт личности. Ты видела его прошлое. То есть я вижу воспоминания другого человека? Как так получилось? Не знаю, как это произошло, но теперь вы двое связаны. Двое? Я и кто, Вик? Кто второй? Джонни Сильверхенд, террорист. В моей молодости все в городе его знали. Я бы сейчас поговорил о более важных вещах. Есть что-то хуже террориста в моей голове? Биочип — это... Это как бомба замедленного действия. В общем, тебе осталось недолго. Максимум пара недель. Конструкт Сильверхенда переписывает твое сознание. Он будет работать, пока не получит контроль над твоим телом, и тогда ты просто исчезнешь. Ви, это важно. Ты меня слушаешь? Ты же меня починишь, правда, Вик? Да я бы рад, Ви, честное слово. Но это... Это выше моих сил. Ты же лучший из лучших, Вик! Почему ты не можешь мне помочь? Тебе длинное объяснение или короткое? Рассказывай все от начала до конца. Хорошо. На чипе записан конструкт. Это Джонни Сильверхенд. Ты вставила его в височный разъем. И ничего не произошло, да? А потом тебя убили. Да. Ебучий Декстер Дешон. Как я вообще оклемалась после этого? Маленький калибр. Тебе повезло. Мистер Дешон сделал в тот вечер много ошибок. Нанит из чипа сразу начали тебя чинить, заполнили твой мозг и выгнали тебя на свет в конце тоннеля. Те, кого убили, не могут встать и разговаривать, как ни в чем не бывало. Ну, это да. Разговаривают только те, у кого есть корпоративный чип, который призван их воскресить. А как же я? Моя душа? Я вернулась с того света, и ради чего? Чтобы меня взяли и стерли? Чё ты меня-то спрашиваешь? Спроси у инженера Фарасаки. Я знаю только, что разум тебя покинет, и это будет жестко. По мнению биочипа, клетки твоего мозга — это опухоль, с которой надо бороться, понимаешь? А твое тело – пустое хранилище для конструкта. То есть этот ебучий террорист хочет меня стереть и забрать у меня тело? Да ничего он сам по себе не хочет, понимаешь? Это автоматический процесс. Его нельзя остановить. Блять! Я видела рекламу по телеку. Там еще был тупой слоган. Душа что-то там... Сохрани свою душу? Да. Он нужен только, чтобы разговаривать с конструктами. Может. Но у тебя, скорее всего, прототип, который как-то уплыл из лаборатории Арасаки. А нельзя просто выдернуть этот биочип? Или выключить? Не-не-не, это исключено.
Тогда ты умрешь сразу. Вик, ты же всегда мне помогал. Если не можешь меня спасти, хоть посоветуй, что делать. Пожалуйста. Вик. Если б я знал, малыш. Мисти. Ты слишком много хочешь от такого дедули, как Вик. Пойдем, я отвезу тебя домой. А потом он умер. Я подумала, что тоже сейчас умру. Там, во сне. Сон — это маленькая прелюдия смерти. Может, я и не просыпалась. Я же могла просто там сдохнуть. Не думай об этом, Ви. Расслабься. Смотри. Это твои таблетки. Омега-блокаторы. Принимай регулярно. Они замедлят действие твоего чипа. Эти таблетки заставят молчать гостя в твоей голове. Псевдоэндотрезин от меня. У него обратный эффект. Он ускорит процесс. Освободит демона, так сказать. Таблетки, которые разбудят этого уёбка, чтобы он быстрее меня убил. Какое-то время все будет нормально. А потом настанет долгая и болезненная агония. Я просто даю тебе выбор, милая. Мозг можно обмануть. Анестетики это и делают. Твое сознание погибнет, Ви. Ты будешь чувствовать, как распадается твоя личность. В какой-то момент ты не узнаешь себя. Это будет ужасно и болезненно. Но ты можешь этого избежать. Тогда зачем таблетки? Я просто сразу пущу себе пулю в лоб. Тогда погибнут сразу две души. Ты этого хочешь? Мне нужно лечь. Ах, да. Последний подарок. Она была у тебя в черепе. Возьми на удачу. Обещай мне, что поспишь. Ты же слышала, сколько мне осталось. Какая уж тут удача. Не дури. Пока ты жива, есть надежда. Главное, чтобы ты сама в это верила. Думаешь... У меня есть шанс. Я выживу. Конечно! Ты один раз уже умерла и все равно вернулась к нам. Мисти, стой. Насчет Джеки. Что? Он часто говорил о тебе. Знаешь, мы ведь поссорились перед тем, как он уехал на это дело. Он на тебя не злился. Ты знаешь, наверное. Да. Просто жалко, что наши последние минуты вместе были такими. Тебе сейчас надо отдохнуть. Пожалуйста, поспи.
я выберусь отсюда. Ты поняла? Я убью любого, кто встанет у меня на пути. И тебя тоже. Мне надо покурить. Где у тебя курево? Как ты сюда вошел? Почему мы разговариваем? Да мне-то откуда знать? Не понял. Ты кем себя возомнила, сука? Отвали ты от меня! Кого ты работаешь? Говори! Что? Чё? Ёбаный чип. Я его своими руками выдеру. Нет, стой! Я получу контроль. Я найду как. Ты меня слышишь? Выметайся из моей головы! Нет! Лучше вставь себе ствол в рот и застрелись. Я чувствую, как наши сознания соприкасаются. Я словно гниль, которая пожирает тебя. И я не могу это остановить. Слышишь? Как бы я хотел сейчас проблеваться! Это только копия энграммы. А есть и другие. Должны быть. Блять, 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 блять! Отъебись от меня! Выметайся, уёбывай, слышишь? Надо убить себя. Это единственный выход. Слышишь, сука? Стреляй себе в башку, блять!
Коро Такемура. Надо встретиться. Приходи в дайнер дома. Это еще зачем? Потому что я тот, кто спас тебе жизнь. Честно говоря, я еще не пришла в себя после того, что со мной случилось. Это случится еще не скоро. Так и что же? Если ты хочешь жить, тебе нужно вернуться в игру. Время не ждет. Дайнер Тома. Я буду там.
Привет, это Айфэпал и новости WNN.
Правильно сообщила его семья. Он мирно скончался во сне. Точная причина смерти пока неизвестна, но текущие сведения говорят об отказе сердечного импланта. Функции Райана на оставшиеся на выборе. Ты видел? Что-то тут не так. Да, ты думаешь? Да я не про аварию. Чтоб самый вежливый в городе шофер взял и уехал с места происшествия? Вот что странно. Thank you.